человеческая строго дни считает, как бойцов в строю. Знаем мы, что путь был тот нелегок к этому особенному дню. Память — это благодарность людям. Память — это наш священный долг. Они не щадят своей жизни, выполняя воинский долг. Среди этих героев выпускник нашей школы. Диденко Василий Николаевич родился 8 ноября 1979 года в станице Кавказской Кавказского района. Гражданин Российской Федерации. Потомственный казак, был женат, воспитывал 2 детей.